Wah, Ariel. Только глянет над Кабулом утро вешнее, и разбудит нас и шаг в который раз. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, вновь с надеждою, что не найдем фугас. Эпицы, вот один взрывается, сразу забывается, с тобой другой уж спит. Юрий, Антонов. Но не чудеснее всего после бомбежки встать, встряхнуться и не увидеть ничего, и крышу дома твоего. А если вдруг опять сгрустнется, и я устану от всего, мой БДР в кишлак ворвется и не оставит ничего, и крышу дома твоего. Мы все спешим за бакшишами, но не чудеснее всего, чем взять 500-600 афганей и не оставил ничего. Уйти из дома твоего. Да-да-да, да-да-да.